Всем привет! Сегодня показываю вам свою орхидею Phalaenopsis, которую я покупала под названием Equestris. Но пришла она ко мне без бирочки. И размер ее листьев. Давайте на него посмотрим. Вот такое кустище для понимания размера листа. Вот вам ручка. И листья более округлые. И это все наводит меня на мысль, что, ну, в самом, скажем так, лучшем случае это эквестрис голландской селекции, скажем так. Но, скажем так, в такие эквестрисы я не верю. Это чаще всего гибриды на основе эквестриса. И мне он больше всего похож на Rainbow Chip. Но так как стопроцентной уверенности у меня нету ни в каких вариантах, я его просто называю а-ля эквестрис. И он мне все равно очень-очень нравится. У него просто шикарная форма цветов, слегка вот этот вот волнистые лепесточки, которые меня очень завораживают, очень интересно смотрится. И, на мой взгляд, шикарная копьевидная такая губа, более вытянутая, более острая. Очень напоминает эквестрисы природники, которые растут на отдельных островах и, собственно, отличаются формой от классической признанной формы. И вот здесь, конечно, губа. Да, губа меня очень завораживает. Цвет передан не очень верно, потому что у меня в лайтбоксе холодный свет. Он более розовый, не такой пурпурный, как кажется на видео, но при этом такой же насыщенный. Вот в плане насыщенности камера передает хорошо, и действительно губа выглядит прямо как бархатная. Обожаю я этого красавца, несмотря на то, что по сути он не то, что я люблю, потому что обожаю я природников, но все равно вот он меня покорил, и вот он мне дал вот такую детку. Изначально он у меня отцвел на 4 разветвленных цветоносах, шикарные фотки даже были. Где-то на страничке Фейсбука моей, но там, наверное, очень тяжело будет найти, легче в Инстаграме, как он цвел, когда я его купила. Вернее, когда мне его подарили, потому что купил мне его муж, зная мою любовь к эквестрисам. И он отцвел, постоял, разветвил имеющийся цветонос и вот выдал такую деточку. И вот только что, пока крутила, заметила... Вот он выдал еще одну деточку. Да, вот она на цветоносе. И, как мне кажется, а мне не кажется, я отчетливо вижу третью деточку, с которой, да, он из центра дал бутон, но, возможно, она доразвивается. И тоже будет еще одна полноценная детка. Люблю, когда эквестрисы делают подобные эквестрисные гибриды. Очень красиво потом смотрится всеобщее цветение деток и мамы. Особенно, когда родительское растение настолько склонно, охотно ветвить свои цветоносы. А другие два цветоноса, ну, собственно, как и вот этот вот, не вот такие лысенькие, но у них живые кончики. Ну, этот, а нет, тоже живой. Там более интересные живые, возможно, тоже будут детки, может, еще парочку цветочков. И я вот смотрю, набухли боковые почечки. Вот такой красавчик. И несмотря на всю такую свою, можно сказать, безродность, он замечательно себя показал, потому что по приходу он продолжал цвести, ничего не сбросил. Нарастил еще цветоносы, при этом листья все полностью остались целыми, цветоносы остались целыми, не засушились, корни тоже все целые. И кроме того, он выдал новые корни у меня дома, и уже вырастил один лист, и начал расти другой. Так что очень удачная покупка, как по мне. Наслаждаюсь его цветением. Вот, делюсь и с вами. Очень красиво смотрится кисть. И в Инстаграме выложу, сегодня делала фотографии на солнышке этой прелести. Поэтому досмотрите видео, можете сходить в мой Инстаграм, посмотреть на его фотографии или в Фейсбуке.
Ссылочки будут в описании. А всем огромнейшее спасибо за просмотр, за проявленный интерес. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. И всем солнечных дней, пышных цветений и пока-пока!